конечном счете по ней идут разные позы. То есть может быть такая, может быть такая, может быть такая, как мне очень нравится. Вот. То есть еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. На раз мы сейчас стоим, на два мы отпрыгиваем в ту же длину, да, как мы стояли прежде. Затем у нас идет приток ногой. И вместе с этим мы чувствуем корпус вниз. В это время наши руки делают такое движение, то есть они идут от плеча вниз. То есть раз, два, три. На четвертый счет мы чуть-чуть отклоняем корпус назад, и левая рука у нас ставится перед лицом. Затем мы снова повторяем все эти движения, то есть раз, два, три, четыре. И еще раз повторяем три шага. Раз, два, три. Но теперь вместо руки и корпуса у нас руки выбрасываются вперед в такое положение. То есть еще раз, с самого начала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Дальше наши руки идут на пояс, и мы делаем небольшое перемещение. И в конце мы представляем левую ногу сюда. То есть еще раз, мы были здесь. Мы пускаем небольшую волну, и во время этого мы переходим. Затем мы отводим левую ногу назад, плечи у нас тоже отводятся назад. Когда мы ставим, мы не переходим на место. То есть еще раз, мы были здесь. Та-да-да-да-да. Угу. Еще раз. Та-да-да-да-да. Мы делаем шаг на левую ногу, и правая нога у нас висает в воздухе. В это время наша левая рука идет к правому плечу, а правая рука идет направлена на диагональ. Затем мы перемещаемся, то есть ноги наделают такое движение. Сейчас мы были здесь. На первый шаг направо у нас рука идет в крест, затем возвращается обратно, затем левая раскрывается, затем снова сюда, сюда, снова раскрытие, потом снова крест, и затем мы расставляем стороны. То есть еще раз, мы с вами пришли сюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три. Угу. Далее упражнение для сожжения по партии. Я пока что сначала правую сторону, затем левую, затем центр. Сначала правая сторона. Мы напрягаем на правую ногу и противоположную правую сторону сюда. Затем снова напрягаем на левую ногу, на правую. Затем левая нога делает удар по полу, и мы на нее отпрыгиваем, делая слайд. Затем правая рука у нас поднимается вверх, идет к себе и делает небольшой прыжок. То есть еще раз, мы были здесь, сделали слайд. Та-ра-та. Угу. Еще раз верно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Угу. И сейчас покажу левую сторону. Тут то же самое, только зеркально. Мы прыгаем на левую ногу, все на правую, затем на левую. Правую берем по полу, делаем слайд, и правая рука через идет наверх. Угу. Затем партии повторяются. То есть мы идем наверх и раскрываемся сюда. Сейчас мы будем здесь. Руки у нас уходят в диагональ, правая нога отставлена, и она заходит назад. Руки в это время в голове. У правой пальцы точно такая же, то есть мы закончим здесь. Угу. Дальше мы идем вперед. То есть раз, два, три. Угу. То есть будем здесь. Раз, два, три. То есть всего три шага. И во время этих шагов мы выбираем голову. То есть у нас будет вправо. Раз, два, три. Далее, в зависимости от стороны, вы наклоняетесь в ту сторону. То есть если вы делаете вправо, то вы делаете голову вправо. В середину. Если вы стояли с левой стороны, то влево, в середину. Угу. Еще раз. Сначала только правая партия. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь только левая партия. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8. Угу. Давайте закончим с этим партией. То есть, в зависимости от стороны, лежит такое положение. Затем мы через круг ставим руки на пояс, а левая нога у нас ставится за себя.
И мы делаем небольшой шаг сюда, то есть раз, два. То есть еще раз, когда у нас просто идет перестановка. В это время наш корпус сначала раскрывается назад, затем чуть вперед, затем назад и переходит в прежнее положение. То есть еще раз, мы вышли сюда. Ой, извиняюсь, сюда. Пам, пам, пам. Далее, когда мы пришли, наша правая рука становится вот в такое положение, то есть палец вниз. А ноги у нас делают небольшие переступы просто. А эта рука у нас сначала в левую сторону, и затем ее тишит внизу. Затем на счет когда вы выходите наверх. И затем мы делаем такое движение руками. Руки у нас включили небольшую петельку за голову. В это время наши ноги раскрываются и выравниваются. То есть еще раз. Мы сделали шаг сюда. Па-па-па-па-па-па-па-па. Угу. Давай еще шаг. Па-п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 а. Затем мы распрыгиваемся. И затем поднимаем правую ногу. У нас идет повторение движения. То есть раз, два, три, четыре, пять. Раскрыли и делаем слайд. То есть давайте еще раз внутри здесь. Та-та-та. Та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та. Слайд. А теперь покажу центральный пальцы. Мы с вами закончим на том, что мы пришли сюда. У центра идут шаги вперед. То есть сначала левая нога вперед и противоположную руку подставляете сюда. Затем правая, затем левая. Затем правую ногу мы отставляем назад и делаем ей слайд. И затем правая рука у нас через верх кружочек идет сюда. То есть еще раз. И пришли сюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Затем по центру идет сначала правая рука в диагонали к себе, левая рука в диагонали к себе, и снова небольшой шажочек к себе. Затем по центру идут шаги такие же вперед, то есть правая, левая, правая. И здесь вместо сторон руки снова у вас на диагонали и снова идут к себе. Затем пальцы повторяются, то есть мы идем сюда, и снова повторение. А теперь давайте соединим с самого начала. Сначала правая партия, затем на средний центр. Сначала правая партия. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь то же самое только с центральной партией. И 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Соединимся с связкой, как бы 60%.